Всем привет! 7 апреля 23 года, Кубань, Выселки. Хочу показать, как я делаю первую подкормку клубники. Берем стакан 200 мл азофоски. Вот у меня здесь сделана риска мерная. 20 мл хелата железа от хлороза. Также 20 мл мы наливаем гумата калия. Все это на 10 литров воды. Водичку тепленькую, чтобы у нас хорошо удобрение растворилось. И под каждый корень вот этим же стаканом 200 грамм мы проливаем. Чистку клубники мы делали 20 марта. Видим, что есть выпады. Ей уже это будет третий сезон. Она уже свое отработала. Уберем, соберем урожай. Переедем на следующее место. Она уже старенькая. 21 числа, то есть на следующий день, мы обработали бордоской жидкостью 3%. И вот за 2 недельки, чуть больше, видим, как она стрельнула. Можно сказать, она была вот в ноль, вот так. Все подстрижено. Денька через 2 мы ее закроем тоннели пленкой и сразу обработаем спасателем от клубники. Выглядит он вот так, только не лука, а чеснока, а клубники. Ну и здесь ампулки, они немножко другого цвета. Вот им мы пройдем, как только закроем пленкой. А через 3 недели после первой подкормки азофоской, гуматом и железом, мы ее подкормим растворином. Вот таким удобрением. Удобрение очень хорошее, знаю его с 90-х годов. Оно с микроэлементами. То есть его советую. Оно значительно дешевле европейских зарубежных аналогов. И очень эффективное. На огурцы особенно. Вот так выглядит спасатель огурцов. Ну и кстати, почему я его показываю? Вот спасатель клубники в частности. Да потому что мы им пользовались в прошлый год. И как бы результатом мы очень, в принципе, довольны. Поэтому хоть и пишут, что вот он ничего не помогает. Да помогает, нормально все. Единственное, у нас борьба потом была. Это борьба с муравьями. Но с муравьями мы берем желток, яйцо, разводим его сборной кислотой, накатываем шарики, укладываем, и все, проблем нет. Ну и хрущ. Вот он очень много. Вот это все хрущ. Да, и еще вот спасатель клубники, там у него на обратной стороне можно почитать: борьба с нематодой. Ну, кто выращивает клубнику, знает, что такое нематода и как с ней бороться. Поэтому я считаю, что вот это средство, ну, работает реально, и его можно рекомендовать. Ну, а какой у нас был результат, какие были ягодки, это можно посмотреть при желании на канале у нас. В плейлисте сельхозрастения и уход за ними. Размораживается клубничка. Смотрите, какая шикарная. Если вы не любите такую клубничку домашнюю свою, значит, у вас просто ее нет. Клубничка в замороженном виде очень хорошо хранится, но когда размораживается, дает много жидкости. Но это очень вкусный сироп.